سيد الرئيس، تكلمت عن اختناق الشعب البيلاروسي، كيف أثرت العقوبات على بيلاروسيا؟ Господин президент, вы говорили об удушении белорусского народа. Каким образом сказались или повлияли санкции, которые введены против Беларуси на страну? Конечно, санкции – дело неприятное для любой страны. Я это не скрываю. Но мы понимали, что рано или поздно эти санкции против нас будут введены. Против наших людей, отдельных людей, там 150 или 200 настоящих патриотов нашей страны, которые руководят страной, защищают ее, и против предприятий, основных предприятий наших. Для чего? Для того, чтобы разрушить экономику. Мы этого ожидали и готовились к этому. В результате санкций за первое полугодие этого года прирост валового внутреннего продукта в Беларуси составил примерно 3,5%. Это больше, чем мы планировали в прошлом году. Вот и весь ответ. Они ввели санкции против наших предприятий, но продукцию этих предприятий белорусских они давно на свой рынок не пускают. Вот и вся демократия и международная торговля. Поэтому мы сотрудничали и с вашим регионом, с Центральной Азией, но главный наш партнер – это Россия. Поэтому мы спокойно развиваемся, смотрим, какую гадость они еще нам могут подбросить, и готовимся к этому. Но пока плюс 3,5% ВВП.